Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим винегрет. Предварительно все овощи уже очищены, вес овощей в очищенном виде. Итак, нам потребуется 200 грамм моркови, 300 грамм свеклы, 400 грамм картофеля, 200 грамм маринованных огурцов, 100 грамм маринованной капусты, банка консервированного зеленого горошка весом 400 грамм, 30 грамм лука, 500 миллилитров холодной воды для варки овощей и 3 столовые ложки подсолнечного масла. Масло лучше брать ароматное, не рафинированное. В чашу мультиварки наливаем воду. Сверху устанавливаем корзину пароварки, в которую я выложила нарезанные не очень крупным кубиком овощи. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution Color Cook 88 на режиме на пару 35 минут. Отсчет времени начнется с момента закипания воды. Овощи готовы. Теперь их просто необходимо остудить. Осталось собрать вместе все ингредиенты. Остывшие овощи, горошек без жидкости, мелко порезанные огурчики, капусту, лук. Заправляем все маслом. Перемешиваем и при необходимости можно добавить соль. Итак, винегрет готов. Перед подачей на стол я еще украсила укропом. Готовится винегрет просто, получается вкусным и сытным. Это блюдо можно даже в пост. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!